Программа «Аула Маната», направленная на улучшение жизни и повышение доходов сельчан, набирает обороты. С ее помощью люди открывают бизнес и развивают родное село. Например, в прошлом году 75 жителей Чингалаусского района получили кредит по сниженной процентной ставке. При поддержке государства кто-то смог расширить свое дело, а другие и вовсе попробовали себя на новом поприще. Село – это не только про картошку. Здесь рождаются успешные бизнес-проекты. Ильяс Хайрушин – житель села Амангельды. Несколько лет назад он начал заниматься тепличным хозяйством. Вложил собственные средства, но, убедившись, что продукция пользуется спросом, в прошлом году взял кредит по программе «Аул Аманате» и расширил свой бизнес. На деньги, выделенные государством, построил теплицу и купил оборудование для выращивания овощей. Было у меня две теплицы. Построил еще две. Купил аппарат для полива, для вспахивания земли, вентиляционную систему и другие необходимые в работе вещи. Дела идут хорошо. Жусупкали Лесов – учитель физкультуры. Чтобы отпуск летом не проходил без дела, решил выращивать арбузы и дыни. По программе «Аул Аманате» он также взял кредит. Ранней весной посадил семена в своем дворе, а после пересадил ростки в поле. Урожайность высокая. Уже через несколько дней мужчина собирается продать первые плоды. Таким образом, государство помогает идее превращать в прибыль. Я купил семена в апреле, посадил их на рассаду в теплице. Все хорошо зашло. Два сорта арбузов у меня. Радует, что все хорошо растет. Вес сладкой ягоды доходит до 10-12 килограмм. Кроме арбузов, житель района выращивает еще картофель. В прошлом году посадку провел на одном гектаре земли и собрал 5 тонн. Таким образом, помимо основной работы, он имеет и дополнительный доход для своей семьи. В целом, в рамках программы «Аул Аманате» в прошлом году выдано кредитов на 50 миллионов тенге. Создано 46 новых рабочих мест. В этом году желание принять участие в данной программе изъявили 62 жителя района. Получается, что она не только помогает открыть свое дело и зарабатывать, но и позволяет вдохнуть новую жизнь в сельские территории и стать катализатором процветания для предприимчивых людей. Олег Великий, Евгения Потапова, Алихан Исказиев, Акжей Акпарат.